Дорогие друзья, приветствую вас именем Господа Иешуа, Мессии Иисуса Христа. Хочу с вами поделиться тем откровением, которое особенно горит сейчас в моем сердце. Или я хочу сказать, что я вновь вернулся к этому учению о благословении, друзья. И я хочу сказать, что некоторые люди, они настолько ревностно противятся этому. Некоторые проповедники, в соцсетях я вижу и слышу всякие высказывания, друзья, против того, что Бог благословляет своих людей. И я хочу сказать, да, конечно, несомненно, есть гонения. Да, конечно, есть страдания. Да, конечно, есть всякого рода атаки дьявола или врага душ человеческих. Но, несомненно, Бог благословляет свой народ. Я хочу разделить две вещи, друзья. Награда и благословение. Награду мы получаем на небесах, но благословение открывается здесь, на земле. Друзья, Библия говорит нам такую вещь, что Бог, благословенный Бог, Он благословил нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Я согласен с этим, друзья, что прежде всего в небесах духовное благословение. И когда я говорю о награде, я говорю о той награде, которую мы получим, когда придем к Господу на небеса. Но сейчас уже есть благословение духовное. Друзья, духовное благословение, оно истекает и протекает в физическое благословение. Я не говорю, что все должны стать миллионерами. Я не говорю, что все должны быть миллиардерами. Но я говорю, что определенно Бог благословляет свой народ и восполняет всякую нужду по богатству славы Христом Иисусом. Друзья, если мы неправильно верим, у нас есть неправильные результаты. Многие люди, конечно, настолько эту тему извратили, тему благословения, успеха во Христе, что они наживаются на этом. Я и с этим согласен, друзья. Но мы говорим сегодня о том, что же Бог хочет сделать. Написано, что Бог, Он Отец Светов, и от Него исходит всякий совершенный дар. Я не верю, что нищета, недостаток и так далее, и тому подобное, это Божий дар. Я не верю, что это совершенный дар Божий. Вы знаете, у меня есть дети, и я живу для них. Я живу для того, чтобы мои дети познали Бога, для того, чтобы они процветали в Боге, и чтобы они ни в чем не нуждались. Я учу их, я наставляю их, друзья. И если мой ребенок будет больным, если мой ребенок, не дай Бог, будет нищим, если мой ребенок, не дай Бог, будет нуждаться, прежде всего это бьет по мне. А коль ми паче Отец наш Небесный желает нам блага, друзья. Поэтому я хочу вот тем людям, которые слышат меня, сказать: Бог желает благословить вас ответами на молитвы, Бог желает благословить вас процветанием духовным, Бог желает благословить вас успехом и процветанием в вашей душе, чтобы вы были процветающими людьми в душе, успешными, чтобы вы могли держать свои эмоции, чтобы ваши эмоции были исцелены, чтобы вы могли следить за собой, чтобы вы могли свой разум хранить в благодати Иисуса Христа, чтобы вы могли свою волю подчинять воле Божьей. Это благословение, друзья. И я хочу сказать, что Бог хочет благословить вас и физически. Я хочу сказать, что Бог хочет, чтобы вы имели финансы, чтобы вы имели дома, чтобы вы имели средства передвижения, машины, чтобы вы ни в чем не нуждались. Но все это делает Бог через наставление и учение. Все это делает Бог для того, чтобы вы прославили Его имя и чтобы вы стали благословением для других. Вы знаете, Библия говорит нам, что мы имеем пример Авраама, пример его веры. И я хочу вам сказать такую вещь, друзья. Авраам, он ни в чем не нуждался. Бог благословил его во всем. Посмотрите последние дни Авраама. Написано, что благословен был Авраам во всем. Друзья, то, во что вы верите, то и становится реальностью. Поэтому я хочу сегодня вас направить. Библия говорит нам такую вещь. Благословение Господня обогащают и печали с собой не приносят.
Друзья, или благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Позвольте Господу благословить вас. Благословение уже есть в нашей жизни. Единственное то, что я могу назвать величайшим благословением, и откуда истекают все благословения, это Иешуа Амашиах, даровавший нам через свою жертву и воскресение дух праведности, дух благодати, умиления и любви. Дух Святой – это есть благословение для нас, друзья. И отсюда истекает все. Поэтому сегодня не противьтесь Богу. Если вы неправильно веровали, если вы неправильно веровали, вы неправильно думали, если вы неправильно думали, вы неправильно говорили, и есть результат этого всего, неправильные дела. Друзья, я хочу сказать вам, Бог желает вас благословить. Это Его желание благословить вас не только здоровьем, но и финансами. И напоминаю вам, что это год расширения, умножения и распространения для каждого из нас. Я люблю вас и благословляю. Благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах во Христе. И это благословение истекает на землю, чтобы мы ни в чем не нуждались и стали, как Авраам, благословением для других. Во имя Иешуа.